Привет, друзья! Подписчики моего канала, не просто случайно зрители. Сегодня хочу вам показать рецепт, который, честно скажу, посмотрел в интернете на канале у моего друга. Называется канал «Вкусняшки от Наташки». Подписочка будет внизу. О том, как жарить очень вкусных лещей. Я первый раз попробовал, теперь хочу поделиться с вами этим рецептом. Потому что действительно это вкусно. Лещ будет жариться в майонезе. Ну, для начала, чтобы лещ вообще костлявая рыбка. И надо, чтобы избавиться от мелких косточек, надо его пошинковать. Это делать очень просто. Пальцы ставите вот так. Вот. Поближе к краю лучше. И пошли. Так. Чем меньше вы делаете надрезы до позвоночника, чем они меньше, тем меньше будет косточек в нем. Ну, тут практически не будет. Все очень просто. Раз, раз. Прорезаете до позвоночника, и все косточки маленькие разрезаются. В процессе готовки они просто пережарятся, и их не будет. Если вот этого не сделать, то леща есть будет невозможно. Это не занимает много времени, буквально пару секунд. Главное, хороший нож. Надрезали. Нож, она должна была получиться. Прорезана до позвоночника. Так, все откладываем. Леща. Еще второе блюдо будет жареный карась фаршированный. Его также надо пошинковать, иначе его им тоже будет невозможно. Ой. Так, сначала сделаем лещи, а потом приготовим карасей. Второе, это вот второй ролик. Так, сейчас минутку прервусь. Тоже. Лещи посолены, смазаны обильно майонезом и постояли они у меня в тарелочке, наверное, минут 20-полчаса. Маленько всем этим делом напитались. В сковородочку наливаю масло. Я наливаю смесь нерафинированного и рафинированного. Нерафинированный налил, чтобы маленько был запах. Мне нравится. Масло раскалилось. Обмакиваем рыбку. Видите, майонез попал во все порезы, напитался. Короче, будет очень вкусно. Наверное. Так, обмакиваем мы в муке. Муку стряхиваем лишнюю. Так. Стряхнули. И кладем на сковородочку. Оп. И проделываем то же самое со вторым. Так, обваляли, тщательно стряхнули лишнюю муку и на сковородочку по соседу. Масло не жалеем, наливаем нормально. Так, ну что, здесь пока где-то стало дыр, лещи жарятся, видите, они прямо утопают в масле на сильном огне. Крышкой не накрываем, а то они у нас просто пропарятся и разжарятся. Вот так, примерно в таком виде жарится. Лещики с одной стороны пожарились. Теперь их нужно перевернуть. Они тоненькие, не зря их называют фанера. И поэтому готовятся довольно-таки быстро. Опа, оно, вот. Раз, раз, пошел. Вот. Вот так. Смотрите, какая вот эта вся. Корочка хрустящая. Накрывать их также не надо. Они тонкие и прожарятся полностью лицом. Масла много, масло попадает в прорези на теле рыбы, и она пропекается как бы изнутри. Так, ну караси покажу свою очередь. Вот так. Так, ну вот и все. Лещи наши готовы. Так, посмотрим, что у нас тут. Ну, отлично это получилось. Опа. Ну вот, приятного аппетита. Смотрите, какая красота. Не правда, аппетит. Очень вкусно. Я пробовал этот рецепт от Наташкин. Вот такой. Рекомендую.